Не понимаю, зачем тебе ехать во Флориду? Мы только ее похоронили. Мы с бабушкой ездили туда каждый год в это время. Мы тут слегка рискуем, в пятницу уже репетиция. С ума можно сойти. Знаю. Ты не мог бы взять мою машину? Мне внедорожник нужен для вина. А теперь забираемся в гигантскую вагину, которую ты пригнал, и ходу отсюда. Эй, мы в Дейтону. Может, хотите составить нам компанию? Потусим, пока не залетим. Охренеть. Мы не поедем в Дейтону. Бам. Ты серьезно? Вчера были бабушкины похороны. Она сказала мне на смертном одре, иди и возьми свое. Эй, дед! Он назвал вас дедушкой? Какого хрена? Будь ягненочком, принеси клюшку. В этом январе. Ни разу не бывал в студенческом лагере? Нет. Знаешь, тут у каждой третьей девчонки герпес. Даже если это не видно. Оп, обычно такого не случается. Правда, со мной постоянно. Это поездка с дедушкой. Дейтона хрена бич! Вы в Дейтона бич? Мы просто проезжаем. Она тебе не подходит. Женишься на ней, проживешь всю жизнь как лунатик. По-моему, это наш последний бой. Скоро станет грязный. Веселись до залета! Червяк на землю! Это крэк. Так я выкурил крэк? Да, еще сколько. Я хватану. Курил крэк! Де Ниро. Эфрон. Хочу, чтобы ты знал, как я благодарен тебе за помощь. Ты что, голый? Так спать лучше всего. О, боже! Разорви на мне белье, как пенсионную книжку. Шарь вокруг и притворяйся, что ищешь очки. Нашел. Я вижу. Дедушка легкого поведения. Лучший подарок, какой может сделать внук своему деду, это горячая студенточка, которая займется с ним сексом, прежде чем он умрет. Обычно дедушка просит скамеечку. Или носки. Скоро на экранах.